Это пригласительный на экскурсию. А сколько экскурсий в Воронеже сейчас, которыми владеет ваш информационный центр? Более 20. А в этом каталоге представлено... Это те экскурсии, которые выполняются еженедельно, с четверга по воскресенье, так называемые туры выходного дня. Понятно. И продолжительность этих экскурсий какая? От 6 часов до 12 часов, в зависимости от выбранной экскурсии. Точнее, даже от 4 часов, если вы выбираете обзорную экскурсию. А сколько городских туров? Чисто городской тур здесь представлен один. Символ столицы Черноземья, он включает в себя посещение корабля «Готовой дестинации». И все, да? Там посещение города всего, пешая экскурсия, автобусная или автомобильная экскурсия и музей. Услуги гида включены? Включено, да. Проезд, услуги гида, входные билеты. А минимальное количество участников экскурсии? Один. Один, да? Да. То есть прям гид будет обслуживать одного? Да. Это то есть любой человек, проживающий в этой гостинице, может прийти накануне и сказать: есть время, хочу перед отъездом узнать об этом замечательном городе, что в нем есть, кроме ресторанов еще. Да, например, в субботу приходит у нас в офисе работает или звонит турист и говорит: вот в воскресенье у вас проводится экскурсия «Обзорные символы столицы Черноземья». Мы с радостью его либо присоединяем уже к набранной группе, либо, если он один, то наш гид индивидуально проводит для него экскурсию. И все это будет стоить 1000 рублей, да? 997 рублей. Ох, какие хитрецы, прям без 3 рублей. Да. А скидки за пролетарское происхождение? Только детям. Понял, спасибо.